Ролики Шувалова выглядят как профессиональные лекции. Вообще-то это и есть профессиональные лекции. Не надо недооценивать мои ролики. Так, ладно, следующая партия. Гроссмейстер. Сейчас. Погнали. Не буду ломать язык, прочитаю его логин. Чес Фат Би. Толстый медведь, да? Шахматный толстый медведь. Если правильно переводить. Давай защит Немцовичем. Давай, ладно, F3. Рука потянулась. Ходу F3. Так, сразу размен. Как-то я обошелся. А вот D6, это слишком оптимистично тут задвинуть. Ладно, не буду пока D6. Давай попробуем так. И попробуем так, наверное. Не знаю, может быть, слон G5 надо было сыграть. Но у меня пока вот такая вот мысль. Надвинуть здесь пешки максимально. Он хочет... Я понял, он хочет на этот... На G6. Давай попробуем поменять белопольника. Вроде бы в такой структуре. Это должно быть нам выгодно. Рокировку... А, рокировка плохо же, блин. Ладно, погнали тогда сразу в атаку. Тут пешка неожиданно оказывается под боем. Так, сюда забрали конем. Прицелились к пешке на H5. Меня сегодня ругали за то, что я играю слишком пассивно, поэтому я буду просто на все фигуры в атаку наваливать. Тут, правда, взятие вот этих с угрозами шахов, как-то я не учел этот момент. Да, вот я не учел, а он-то учел, и сразу... Сразу проблемки. Ладно, напал на пешку b7. Шах, да? Ну, придется сюда, наверное, отступить. Честно говоря, не то, что я хотел получить. Сразу матовые угрозы. Защитился с грехом пополам. Ну, может быть, слон f4 угроза заставить его одуматься. И плюс ладья бьет b7 где-то пограживает. Так, ладно, коня ведет. Давай слон f4 включим ход. Мне кажется, это смотрится. Пешку d6 хочу забрать. Ему, кстати, надо коня защищать. Видимо, на g4 надо отступить. Да, предлагаю размен. Ну и... Вот можно поменяться. Ферзь под боем, плохо в этом. Поменяться, побить, побить. Может быть, правда поменяться? Смотрите, так. Так. И сюда побить. Или сюда рано. Ладно, давай сюда. Сюда, типа. Так, пешка под боем у него. Если b6, то может быть e5 я буду задвигать. А может быть... А может быть и нет. Может быть и короля надо подтянуть. Или, кстати, ладья f1 смотрится, наверное. Ладья f1 с идеей сразу же пешку f7 взять в оборот. g3 у него есть какой-то ход. Скинуть пешку и потом побить ладьей на e4. Вот так вот пытаюсь активизировать фигуру. g3, кстати, интересно смотрится. На b7 я не мог побить, потому что ферзь был под боем, понимаешь? Так, вот такой ход, вот я не знаю, наверное, ладья f1. Я все-таки склоняюсь к этому ходу, чтобы атаковать сразу пешку. Атаковать сразу пешку на f7, но и ладья на b1 стоял не очень. И вот здесь может быть e5. Или слон g3 сначала отступить. Или побить. e5, если сыграем. Взятия нет, взятия нету. Конем, если побьет, вроде нет. Давай e5, погнали в атаку. Ни шагу назад.
У него есть ход g3, правда. Появляется. Я перекрыл себе слона. На g3, наверное, просто вперед. На шаг вперед будем делать. Так, думает соперник, даст нам медведя обыграть или нет. G3, да, я хотел сюда поставить. И здесь, если я объявляю шах, он бьет, король d7, я взял, он взял слона, да? И не получается так просто. Блин, а хотелось бы, да? Ладно, давай сюда пока. Вроде там не получается. Напрямую атака. Так, он готов ладьи уже сдваивать. Поэтому, может быть, надо забить эту пешку, попробовать. Блин, не знаю. Как-то рискованно я сыграл. Очень рискованно. Давай съем все-таки. Короля подтянем, одну пешку съелим. Он сюда хочет съесть. Так, мне надо как-то вот эту пешку сюда тянуть, да? Давай сюда задвинем. Он тоже защищает. Так, что делать дальше? Давай будем сдваиваться ладьями. Сдваиваться ладьями. Ладно, взял пешку, пока не получается сдваиваться. Хочу как-то отрезать его ладью на h6 поставить. Обоюдоострая очень позиция. Здесь я думал так пойти. Чтобы ладья его сбить с активной линии, поменять можно. Пойти конем вперед можно. Может быть, поменять действительно вот так вот и взять. Поменял, да? Теперь конем вперед. Или шаг пока. Нет, давай конем вперед пока попробуем. Сюда, назад. Ага. Шажок. Шажок отсюда вам. Так, если взял, бьет, шаг. Не получается, да? Блин. Вот сюда. И g6. Нет, не то. Да блин! Какой ход сделать? Ладно, ушел. Он королем идет. Сюда пошел пешкой. Так, мата пока нету. Надо как-то прикрыть это все поля. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, шаг. Победа! Сила КМС! Бьем мы толстого медведя! О-о-о! Ну да, он отгоняет короля и забирает ладью потом. Но партия была максимально напряженная. Давайте глянем анализ. процентов точности у соперника, у меня 76%. Но достаточно низкая точность у обоих. В какой-то момент вообще у него было выиграно, но у меня тоже был перевес по дебюту. Давайте глянем, что мы тут разыграли. Защита Немцовича. Е4 логично. Но вот G4 может быть слишком оптимистичный ход. H5, G5, H4... Слон H3 неудачное решение. Надо было слона на D3 ставить, да? Надо было вот так расставляться. Слон D3, конь G6 и конь D2. Типа вот такой ход. И здесь пешка была бы под защитой ладьи. Всегда бы у меня. Слон H3, видимо, не совсем удачно. Теперь пешка оказалась под боем. И я попер просто в атаку. Взятие. Взял конем. Здесь я даже не думаю защищаться, рокировка. Кстати, не так плохо я играл. Здесь конь G2.
Ладья F2 тоже, ну, более-менее ход нормальный. И слон F4, у меня перевес, между прочим. Здесь я правильно все сделал, разменялся. Вот здесь советовали на B7 побить, как Настя говорила. На B7, типа, было покруче. Но я боялся, что мне пешку E5 не отдадут, но здесь совсем плохо отдавать, потому что две ладьи по седьмому ряду решают исход партии. То есть надо было на B7 стукнуть. А здесь я сдваиваю. Да, ход E5 я тоже рассматривал, но я решил, что пока ладья вне игры, и лучше сразу ладью подвести. И здесь тут E5. G3, правильно.